Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Wolf Frozen Fire. Сегодня я продолжаю проходить игру под названием Prototype 2. В прошлой серии, как вы помните, мы убили Голиафа, а также, к сожалению, умер отец Гуэра, которого мы так любили, которому мы так доверяли. И, ребят, давайте наберем на этом видео 400 просмотров и 40 лайков. Я думаю, что это не составит труда для вас сделать, так как на прошлой серии за 12 часов мы набрали 38 лайков и 280 просмотров. И я думаю, что на этой серии мы наберем даже больше лайков и просмотров. Ну что ж, ребят, погнали на следующее задание. Спасибо, кстати говоря, за поддержку. За комментарии лестные. Довольно много их набралось. Таковых. И это меня, конечно же, мотивирует вновь снимать видео по этой замечательной игре. Если бы была, конечно, такая активность всегда на моих прохождениях, то, честно говоря, я бы не стал снимать топы и факты. Потому что, как я уже говорил в подкасте, именно из-за низкой активности я переставал на какое-то время снимать летсплеи. Если бы активность всегда высокая была, то, конечно, как уже сказал, не снимал бы я топы и факты. Происхождение. Мерсер убил отца Гуэра, но Дана Мерсер сообщила, что Майя, дочь Хеллера, жива. Вот как однако. Это катапульта. Мы выяснили, что гражданский агитатор, работающий под псевдонимом Афина, это Дана Мерсер, сестра Алекса. Идите к базе Черного Дозора, чтобы найти пилота. Не, ребята, ее уничтожать не надо, она нормальная. Придется стать одним из этих клоунов. Ага. Ну вот, я превратился в одного из этих клоунов. А, ты хочешь подбить пилота с вертолета, да? Ну, попробуем это сделать. Можно бомбу эту активировать. Который привлекает внимание, поглотить ну пилота вертолета, чтобы занять его место при поиске Дана. Я уже стану тобой. Да, чувак. Ну, я не думаю, что так просто мы его захватим. Ну да. Так, там еще наверху, да? Окей. Ой, палят. Да, бомба помогает, конечно. Так, вот этого еще надо чувака поглотить и основного. Мы его можем столкнуть. Иди полетай, чувак. Смысл тебя поглощать-то? ХП у нас и так полное количество. Так, ну готово. Катапульта 4-1, где вы? Катапульта 4-1, проверка... Да на месте, мы на месте, ребят. Сауспо, я заменяю катапульту 4-1. Если вы не в курсе, Крикун ему только что башку откусил. Да, такое тут постоянно творится. Ладно, новая катапульта 4-1. Готовы забрать Афину? Поднимайся. Всегда готова. Ну что, погнали. Сауспо, это катапульта 4-1. Приближаемся к пункту эвакуации. Вас понял, 4-1. Удачи, она вам понадобится. Ну что ж, пришло время спасти Дану Мерсер. Катапульта, при всем уважении, я думал, нам надо лететь за данный Мерсер. Не волнуйтесь, 4-1. Машины в квадрате Альфа отслеживают координаты данной Мерсер. Ребят, секундочку. Вот одну секунду. Мне надо посмотреть, как управлять вертолетом. Биотехнику, вот вертолет. Движение вперед С, ага. Набор высоты Space, снижение контрол. Все хорошо, понял. Так что мне надо немножко подняться. Так, вроде все работает, ага. Ну, управление довольно легкое, не то что в Battlefield, каком-нибудь третьем или четвертом. Потому что, ну или Hardline, например. Потому что там довольно трудное управление. В Bad Company, по-моему, втором даже легче управление вертолетом. Это они его замудрили. Да, просто любой с пейзажем. Это уж точно.
Хоть и управление в прототипе втором, ну, управление вертолетом довольно-таки примитивное, но оно как раз-таки для меня. Не нужно особо париться, чтобы выучить это управление. Ни хрена там. Из земли что вылезло. Ну и название катапульта 4-1, 4-2, 4-3. Вас понял, Локсмит. Что-то меня палец, смотрите, желтенькое загорелось. Катапульта, странно. 2-3. Я в телеметрическом танке. Дайте мне еще 30 секунд. Я почти локализовал Дану Мерсер. Защитите телеметрическую станцию, пока идет поиск Даны. Вас понял, Локсмит. Мы криконы подоспели. У меня есть ракеты, если что. А, нет, это джиггернауты, по-моему, какие-то. Да, джиггернауты. Так, еще один остался, да? Это как раз те с мултами, ублюдки. Ну, я один тут справлюсь, я думаю. Получайте, засранцы. Всех подшибу нафиг. А что за защита? Меня что, кто-то метается, что ли, камнями? Наверное, эти джиггернауты. Ага. Вижу. Это гидры, да? Были джиггернауты, теперь гидры. Так, от них тоже надо защищаться, а то они пуляются всякими камнями. Ну и слизью какой-нибудь. Так, а это кто подоспел? Опять что ли джиггернауты? То гидры, то джиггернауты. Черт возьми, как же у вас тут много, ребят. Вы хоть меру знаете? Немножечко. Главное, они в меня пуляются, а не в эту башню. Хорошо, что хоть можно вовремя защищаться. Окей, окей, окей. Надо вовремя еще нажимать. Локсмит, это шифр. Меня тут прикончат сейчас. Кто тебя прикончит? Все нормально, чувак. Все чики-пуки. Все пучком. Не дрейф. Прорвемся. Давай, 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 давай. Блин, меньше половины здоровья мне осталось. Можно и не прорваться, ни хрена. Так, еще немножко осталось гидр. Блин, трудноватая миссия немного на самом деле. Да черт с ним. Давай, 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 давай. Мне нужна ракета. Локсмит, это шифр 2-3. Есть координаты. Уже загружаю их на флешку. Что за... Ой-ой-ой-ой, опять гляв. Фу, проклятие. Локсмит, заберите меня срочно. Сгандонить-то.
Опа. Ребят, я так туплю. Я все это время тупил, его не надо убивать. Надо было приземлиться. Я так понял. Я даже задание не читаю. Вот видите, какой я невнимательный, черт возьми. Он орет даже: Локсмит, заберите меня отсюда срочно. Вот и все, что надо было сделать. Я такой думаю, че он не убивается? А его убивать даже не надо. Ладно. Нужно добраться до базы отель 277. Нужно данные расшифровать, иначе они бесполезны. Вырежу я, короче говоря, все, ребят, конечно же, потому что, ну, там раз 10 я проваливал это задание, если не больше. Идите к базе 27, где инженер поможет вам узнать местонахождение данных, окей. Ну, хоть, слава богу, ХП восстановились, и то хорошо. Локсмит, это Гринбек на отеле 27. Можете садиться, прием. Окей. Не вопрос. Сейчас сядем. Осторожно, главное это сделать. Очень осторожно. Ну, тут управление легкое, я нормально сесть могу даже. Позволить себе. Мне срочно нужен дешифратор и доступ в сеть Blacknet. Так, пошло дело. Давай, давай. Получилось. Есть адрес этой гадины и все остальное про нее тоже. Передаю координаты. Идите к убежище Даны, чтобы предупредить ее о черном дозоре. Если что, отстрелять надо. Весь этот черный дозор помочь. Гарантирую, она исчезнет с радаров навсегда. Они с Гуэры, я так понял, следили и узнали про эту Дану Мерса, то бишь Афину. Дана Мерса. Получен угон вертолетов, круто. Кто это? Откуда у вас мой номер? У всех в черном дозоре есть теперь твой номер. Хеллер? Дерьмо. Они же знают, что я здесь. Ладно. Шлю координаты. Встречаемся через час, ясно? Я буду там. Так, зомбаки, не приставайте ко мне, окей? Задание выполнено, звери-добыча. Ну что, погнали на следующее? Так, 10 уровень, замечательно. Эх, поскорее бы вышел Dead Rising Remastered, так хочется пройти. Я, может быть, после прохождения прототипа второго пройду Dead Rising 2 of the Record, кстати говоря. Так, ну это не надо, регенерация здоровья от поглощения увеличивается на 30%, да, прокачаем. Пройду, да, попробую тоже Dead Rising 2 of the Record, может быть. Не хочу, чтобы с переизданием все начали проходить Dead Rising 2 of the Record и лишили меня просмотров. А так я, может быть, успею хотя бы залить несколько частей до порта на консоли Dead Rising. А то все опять начнут проходить, блин, как всегда. Полевой пост уничтожен. Не знаю, зачем я это сделал, но да черт с ним. Чуть довольно поздно мы получили угон вертолетов. Прям к концу игры. Это реально, ребят, довольно поздновато. Ладно, не буду я их бить. Нет времени. Раз за ним еще и наблюдение ведется. Как-то не особо я хочу этого делать. Что это такое-то? Гидра, что ли? Или что это? Я даже понять не могу. Логово какое-то обнаружили опять. Да не хочу туда и спускаться. Я надеюсь, опять эти голиафы не нападут на меня. А то их довольно трудно убивать. Ну, даже не трудно, а довольно долго. В принципе, убить-то их легко. Главное по слабым местам попадать. Вот и все. Через какое-то время. Ну что, Дана Мерсер? Пришло время поболтать, да? Ладно, вон там, на столе. Она в красной зоне. Может, на базе какой, не знаю. Она жива. Я не терял надежды.
Присаживайся. Надо сравнить наблюдения. Даже знаю, где дозор держит Майл. Алекс еще жив, и он не остановится. В опасности весь город. Теперь мне точно срать на твоего брата. Эй, ты куда? За дочерью, если придется. Я весь город переверну. Келлер, стой! Стой же, послушай! Стой! Что? Просто подумай. Дозор и Алекс пытаются снести нахер город. Если это им удастся, а Майю можно не искать. Она все равно погибнет. Чему ты ведешь? Майю буду искать я. Я смогу. Разборки с Алексом и мордоворотами – это к тебе. Ну ладно, выжечь из памяти. Дана Мерсер согласилась помочь найти Майю, пока Хеллер спасает город от Мерсера. Хеллер, что-то случилось. В паре кварталов от тебя. Солдаты Черного Дозора бегут туда. Ладно, я загляну туда. Идите в зону действия Черного Дозора, чтобы расследовать причины беспорядков. Окей. Всем отрядам это Стрейт. Если вы заметите баг с белым светом в городе, сообщите Ред Крауну. Затем срочно доставьте ее на базу Индия 96. Конец связи. Ну, кстати, кажется, они сейчас поняли, говорят, что от белого света все становится только хуже. Конец планам Мерсера. Ага. Это Dead Rising 2 и Dead Rising 2 of the Record почти ничем не отличаются. В Dead Rising 2 of the Record убрали нескольких боссов и добавили нескольких боссов. И теперь мы играем не за Чака Грина, а за Фрэнка Уэста. И все, больше ничем не отличается. Все то же самое. Это, можно сказать, это такая работа над ошибками. Что было если? Или что-то типа того. Возьмите не бочку думала, с белым светом. Я скажу, но ты лучше помоги дозору. Забросите бочки в мусоросжигатель. Идите к мусоросжигателю. Ну уйди ты, господи. Придурок, туда-сюда летает. Бейте оставшихся зараженных. Хеллер, помоги дозору защитить мусоросжигатель. Хотя бы до последней партии белого света. Получайте, твари. Блин, как же ненавижу я этих жиробасов. Да черт с ними, бьем сейчас их. Ёлопалая. У меня же есть крикуны, что-то я туплю. Давайте, крикуны, помогайте. Что там такое? Я думал, я миссию провалил. Черт! Надо помочь им срочно. Одна бочка все равно это выронилась. Какой-то козел, блин. Опять мутант Мерсера. Возьмите бочку с белым светом. Как я призану стаю крикунов, если у меня не наполнилась ярость? Хорошо, что я уже заражен.
Все, погнали быстрее. О, даже можем прыгать, ребят. Какой качок-то этот Хеллер, да? Негр! С хорошей генетикой, да? Ладно, давайте. Закидываем. Дана, что будет, если бочки попадут в атмосферу? Все станут зараженными. Все, они уже превращаются. Да елы-палы. Да хорош ты. Я тебе сейчас дам, мудила. А ну пошли в жопу. Я пошел сжигать ее. Не трожьте меня, гады. Ой, не туда пошел. Ладно, фиг с ним. Нифига себе, я хп снимаю, когда этой бочкой ударяю кого-нибудь. Прикольно. Да уж, по короткому пути я, конечно, не решил пойти. Чисто случайно. Да ёлы-палы. Облако белого света увеличивается. Быстрее. Я пытаюсь, ёшки-кот. Пытаюсь. Сейчас последнюю бочку главное успеть взять. Остальное не важно. У меня еще хп мало, блин. Если меня сейчас крикуны начнут убивать, они меня убьют, скорее всего. Смотрите, когда я беру эту бочку, перестает этот газ идти. Ну, белый свет, то бишь. Заражающих людей. Да, хп совсем мало осталось у Джеймса, к сожалению. Блин, бонус я не смогу выполнить, потому что у меня, как уже сказал, ярости нету. Я теперь понял, как эту ярость использовать. Наверное, еще что-то можно использовать, помимо призыва крикунов. Так, покиньте территорию база. Готово. Теперь меня никто не видит. Теперь я свой, да? Среди этого черного дозора. А, задание выполнено, выжечь из памяти. Черт возьми, они меня сейчас так прибьют, ну его нафиг. Так, мне звонят. Похоже, на этом все. Облако белого света рассеивается. Мерсер расстроится. И опять сейчас придет. Пока. Хеллер? Хеллер, ты там? Я тебя не слышу. Сейчас такой Алекс Мерсер звонит, да? Дана. Дана. Черт возьми. Хеллер, это Сабрина Галловей. Мне нужно обсудить с вами проект Феникс. Знаете, что это? Звучит знакомо. А мне оно надо? Поверьте, оно вам надо. Нам нужно встретиться. Я жду координаты. Ну, пойдем к Сабринке тогда. Что делать? Так, надо покушать людишек. А то хп совсем мало. Ну или зомбарей можно. Не имеет значения. Так, ты мне надоел. Я тебя сейчас съем. Опять свои сопли распустил, да? Наверное, это Джеймс. Повсюду оставляет эти сопли в этом городе. По-другому я эти черные шланги назвать не могу. Так. Все. Теперь я обычный человек. Масочку даже одел. Видимо, не хочет заразиться. Этот чувак. Ну, не хотел, точнее, пока я его не съел. Так. Где там? На этом здании, что ли? Погнали. О, теперь я могу призвать крикунов. Это хорошо.
Все, я прибыл. Привет, чувиха. А вы явно не спешили. Подождешь, если нужно. Убавьте спесь. Тебе что-то от меня надо. Что именно? Защита? Возможность выбраться отсюда? Есть данные по операции Дозора. Очень крупной. Вам нужен некий командир Кентвелл. И что он делает? За что отвечает? Стой назад и накопай еще что-нибудь. Что? Меня и так чуть не убили. Возвращаться с самоубийства? Это не просьба. Мне кажется, она сейчас предаст нафиг. Крайняя мера. Черный дозор помог спасти город от белого света Мерсера, но это не значит, что город спасен от них самих. Мако, 3-3, это командир Кентрелл. Прошу бронемашину на базу Индии 7-9. Вас понял, Редкаун. Отправляю к вам Оскар 5 Чарли, прием. Пока мы не закончим планы по Фениксу, нужна полная изоляция. Никто отсюда не выйдет и сюда не войдет. Глупый Кентрелл. Я сожру твой мозг и все узнаю о Фениксе, прежде чем ты успеешь раскрыть рот. Угу. Интересно было бы, если бы написали «Сожрите мозг Кентрелла, чтобы больше узнать о проекте Феникс». Было бы прикольно, если бы были подобные задания. Вот ну, так описано. Похоже, Кентрелл никуда в ближайшее время не собирается. Ты же солдат, верно? Наверняка ты знаешь, как отменить изоляцию. Ха. Поднять внутреннюю тревогу. Автоматически отменить блокаду, то есть устроить здоровый пожар. О, Хейлер, надеюсь, твой мозг не пострадал. Мразь. Так, уничтожьте топливное цистерны. Не вопрос. Сейчас, ладно. В принципе, можно уже за Хеллера воплощаться. Основная цель направляется к оборудованию. Огонь на поражение. Да не то ты делаешь. Нацелься сюда. Да откуда вы меня знаете? Глупый вопрос, откуда они меня знают? Да, ну тут я им мясо, конечно, устроил. Да отвалите, здоровяки. Ешь его. И вот этого надо съесть. Потому что у него есть какая-то сила. Да дай! Схвати его! Дурак, а! Мне эта штука помешала, блин. Ну ладно. Фиг с ним уже. Не получим мы дополнительные силы. Да и больно-то хотелось их получить. Так, давай уничтожай. Не стал я применять гранатометы против этих цистерн. Потому что мне это просто неинтересно. Блин. Кентрелла надо вытащить оттуда. Он обладает слишком ценными данными. Рус, я не буду бежать, как чертов трус. Я не закончил планы для... Это не просьба, командир. Уничтожьте все войска Черного Дозора, чтобы вынудить Кентрелла к побегу.
Все готово. Ну и что, он вышел, что ли, нет? Да-да-да, вылетел. Пришло во время сожрать твои мозги, Кентрол. О, вороны. Помогут мне заодно. Ни хрена себе вороны, вертолет сбили. Офигеть. Так, быстрее туда. Я думаю, что Кентрол, скорее всего, уже погиб. Или он зараженный и выжил. Шевелюсь. Защищайте вертолет Кентрола. Да подождите. Как можно защищать горящий вертолет, мне вот интересно. Не могу поверить, что я защищаю эту сволочь. Так, ешь его, молодец. Так и надо. Давайте добивайте, мои дружки, его побыстрее. С ним расправиться нужно. А, ну он внутри, я-то думал, к нему вертолет летит. А он внутри, оказывается, да, я так понял. Как он выжил, мне интересно. Я тут долго не протяну. Эти твари повсюду. Срочно вытаскивайте меня. Не надо. Катапульта 4-4. Это Red Crown. Черт, они хреначат. Доложите обстановку. Быстрее, 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 быстрее. Ну давай, 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 давай. Чё ж вас так много? Жирный, ты чё там творишь? Да ёлы-палы. Мне надо срочно кого-то съесть. Да дай съесть, твою мать! Чё ж ты мешаешься мне? Потруднее стал играть, однако, ребят. Не поспоришь с этим. Но мы не пальцем деланы и пройдем эту миссию, я думаю. Я еще вовремя уклоняться не успеваю. Так, жердяй, куда пошел? Слава богу, что жердяй хоть этот вертолет не мутузит. Потому что он, блин, слишком сильный. Эти-то не так сильно еще мутузят. А вот жердяй бы его пух и прах разнес. С одного удара, я думаю. Криконы норовили, блин, вертолет уничтожать. Им прям так нравится это делать. Но я им это сделать, конечно же, не позволю. Так, иди сюда, чувак. Не стой на месте. Готово. Ну чё, Кентрол, ты где там? Все что ли, я надеюсь? Опа! Вот и зараженная. Цыпочка, да? Кентрол наш. Возьми его, если сможешь. Ну иди сюда, цыпочка. Сейчас мы с тобой расправимся. Наверняка ее послал Мерсер. Возможно, ну, сейчас мы хлыстик-то этот себе заберем. А че ж Мерсер сам не пожал? Дела? С ногами вместо рук. Хрена себе.
А, то есть Хеллер тебя с кинжалом не волнует вообще? Типа как бывший военный, ему можно это простить, то что он тут бегает с кинжалами, да? Вместо рук. Это все, что ты можешь? Это еще посмотрим. Так, мне нужен срочный ее хлыст. Давай, давай, давай. Да стой на месте. Убивайте ее, ребятки. Она ваша. Так быстро теперь, а? Готово. И получено рука хлыст. Вот это уже круче. Ну попробуй доберись. Краун, это баллиста 4-2. Мы прибыли на место крушения. Главный объект на месте. Повторяю, объект на месте. Прием. А, цельтесь в вертолет. И хлыстом, да? Поймать надо было. Все упрощает. Все, окей, еще два, да, осталось? Победить не менее 20 зараженных с помощью руки и хлыста. В яблочко! Ред Краун, не знаю, что за оружие, но слишком мощное. Не получается подойти ближе. Да и не получится. С двух ударов мы уничтожаем эти вертолеты. Я думаю, с одного потом можно будет это сделать. Как прокачаем руку хлыст. Ну, конечно. Ага. И нажмите У. А, то есть так вот сразу можно съесть, да? Окей. Это круто. Это очень крутая способность. Если кто-то будет убегать, я просто возьму, схвачу его хлыстом, да и все. Графики ветра удалось достать? Да, сэр. Получили сегодня утром вместе с поставкой продовольствия. И? Когда материк будет насыщен, излишек сам уйдет в море. Потери? Устранение зараженных должно быть полным. 1,5 миллиона не зараженных. Нифига себе. Приемлемо. Продолжим. Полтора миллиона, сволочи. Что они задумали, черт возьми? Касл, говорит чекмейт. Возвращайтесь на базу. Вас понял, чекмейт. Уже летим. Знать бы, чего он хочет. А как он воплотился за этого командира? У него же другой прикид был. Ну да ладно. Так, у меня два задания аж открылось. Ну давайте, ребятки, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.